Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Всем большой-большой привет. Я начинаю свой мукбанг. Так, что-то тут мешает. Вот это вот уберем. Так. Вы знаете, еще плохо видно. Экран совсем малюсенький. В общем, у меня здесь плов. Вкуснейший плов, потому что у меня вчера были гости. Я готовила. У меня когда гости, вообще без проблем. Плов готовишь и всегда знаешь, что попадешь. Это парила шейку для, ну, как бы парила мясо просто на пароварке, мантоварке. Вот. Ну, и взяла кусочек. Здесь у меня в плове этот говяжий антрикот. Я плов сейчас вчера готовила. Он сейчас на сковородке подогрела. Он получился с хрустинкой. Ну, вообще. Вкусный. До невозможности. Вот. Здесь у меня соленые огуречики. Ничего не стала выставлять, так и здесь такие свежие огуречики. Здесь это вот со вчерашнего остался салат. Конечно, у него вид такой не очень. Но он все равно нормально, я попробовала. В холодильнике стоял. Здесь, короче, помидоры, рукколы, огурцы свежие. Все заправлено бальзамическим уксусом. И солью, вкусно. Здесь баклажан парил. Здесь грибочки. Грибочки это мне гостья принесла. Ну, в общем, я. Вкус сумасшедший. Девочки, я этот плов. Девочки, мальчики. Я плов готова кушать каждый день. Я вчера готовила много. На 700. На объем 700. И воды получилось 200 литров. 1,7. Прямо вот идеально. Готовила в казане. Накрывала. Ходила подушка, ну, такая подушка, мы с ней редко общаемся, в 2 года раз, ну, так, общаемся, в общем, она, как бы, мужчина своим, ну, можно сказать, муж, живут. Ну, как у нас вчера было. Вкусно. Здесь я добавила, я прям специально помидоры покупала вчера. Халата было много. Большую чашку сделала. Вот все, что осталось. Хорошо покушали. Правда, знаете, морковки не осталось. На удивление, морковку вчера так хорошо ели. Пыкал кушал. Я почти не ела. Ну и вообще сильно. Грибы вкусные. Вот как я люблю маринованное. Вот здесь вижу чесночок, там это. Ну, как бы немножко пересол есть. Но я когда вчера ела, я даже не заметила. А потом попробовала отдельно уже. Но все равно вот с пловом вообще нормально не чувствуешь. Никакого пересола.
Девочки, это такой обалденный бок. С этими грибочками вообще. Мета. Очень вкусный плов. А я такой садик купила. Видите? У него еще вот так пыка, а что? А вот так заводишь, музыка играет. Красота, да? Ну вот я купила с домиком. Почему-то я больше люблю, чем это, чем с Дедом Морозом. Там были с Дедом Морозом, Снегурочкой. Я не знаю, почему-то вот в открытках или как. Мне почему-то не нравилось, когда открытки с Дедом Морозом. Мне больше нравились открытки там с елочками, там, ну, с какими-то другими вещами новогодними. Жалко, что плов, главное, положил, ему много, а себе получилось поменьше. Прямо жалею, потому что там еще есть. Как-то так получилось, потому что была морковка, как бы это. Поэтому я вот положила плов. Ну, я сразу по много, ну, накладывала. А насели и наелись, потому что морковку хорошо ели. Ну, осталось плов. Ну, там нормали, сёма, там это, рукола. Риханес, та же сёма. Ну, я так говорю. Здесь не нравится ему. Пека, как сон? Выбросил. Ну, зачем дверь открыл? Я хрен на города. Гумен. Илламбер. Ну и все. Это яхса. Я ему так много положила. Не смог докушать. Но даже вперед сел. Нам где она? Огуречки вкусные, соленые. Сегодня ездили. У нас где-то, ну, плюс 4 или плюс 5 было. Но вчера был дождь. Вчера ночью пошел дождь к ночи. Было сыро и так холодно. Мы понаделись, а так на велосипеде холодно. Даже зимние перчатки надеваешь, на руки замерзают. Надо, если еще раз ехать,
надо лыжные надевать, кожаные. Вот лыжные перчатки, если наденешь, руки не замерзают вообще на велосипеде. Когда на лыжи идешь, замерзаешь, потому что там зима же. Руки мерзнут. А вот это... А сейчас же еще как бы нет у меня особой температуры. Но самое то в лыжах сейчас. У меня руки замерзают, когда еду. Когда сюда едешь, нормально. Когда назад, холодно. Вот мы сегодня ездили, я вот такую штучку купила, вот эту. Так. Что-то я не наелась, а? Сейчас я у него немножко... Я ему слишком много положила, он вообще очень мало съел. Видите, сколько у него осталось? Но он перед этим... Вот привычка тоже дурная. Пришел, кушать хочет, да, и терпеть не может. Взял банан, съел. Потом несколько кусочков хлеба с маслом и сыром навернул. Конфет грамм 200 схавал. Вот поэтому, а потом я говорю, ну потерпи немножко. Вкуснятина. А когда уже, да, ну я ему слишком много положила. Ну, потому что в сковородке подогрела. И не ориентируешься. Ну, я всегда стараюсь набрать ему чуть побольше, если я поменьше. А тут что-то совсем. Ну, я-то пока подогреваю все туда-сюда. Ну, камеру ставлю. А я поэтому я не кушаю. У него терпения нету. Он нахватается. Значит, а я ему тоже напиток такой налила. Он напиток выпил. Потом молока выпил. Морс, короче. Все тот же. Брусника, смородина. Ой, девочки. Как вкусно. Знаете, я наложила плов. Сковородку сначала на сильный огонь включила, на восьмерку. Потом, когда зашипела, я раз на медленно скинула на четверку прямо. Ну, я вроде куски мяса положила и накрыла. Короче, вчера я спарила вот таких кусочка 4. Ну, нас двое и их двое. Ну, думаю, как раз каждому по стейку. Ну, что-то так и не дошло. Они пловом накушались, пловом, салатами. Баклажанчики. Ну, баклажанчики. Они не поняли. Такие баклажанчики, наверное, только корейцы едят. Вкусно. Да. Я люблю баклажаны. Они жареные и пареные. Вот пареные, вот попробуйте. Они, вот у них свой вкус, особенно когда холодный, вот этот вкус баклажана. У меня
Там еще. Извиняюсь. Немножко поперхнулась. Опять как будто бы хочет подступать. Капуста там. Еще что-то есть, уже забыла. Ой, думаю, не буду вытаскивать. Не вспомню. Ой, девочки. Девочки, всем большое спасибо, кто написал комментарий. Я все прочитала. Ну, потом, знаете, там в этом, в творческой студии есть функция комментарии с вопросом. Я уже, чтобы, потому что поздно приехали, времени нету. Тут надо и готовить, кушать, и все, и уже скоро его фильм начнется. Я смотрю, ни одного не вышло комментария с вопросом. Поэтому я уже это самое не буду время терять. Спасибо большое, кто написал. Вот то, что вот насчет вот этой колбасы печёночной. Вы пишете, что это паштет. Ну да, она вот точно как паштет. Я знаю, что она на хлеб мажется. Мы так тоже ели иногда с Петей. Ну вот она просто... У них есть паштеты. Ну, продаются так же. Вот в баночках паштеты бывают разные. Ну, это как колбаса продается. Она такая... Ну, ее спокойно намазать можно на хлеб. Мы как-то и мазали. Ой, я так хорошо поела. В общем, сегодня в Икею не поехали. Там только центрально, в центре побыли. Кофе попили. Мясо вкусное. Вот когда мясо паришь, а не варишь, а вот паришь, оно такое вкусное. Ну, я его перчу. Солю, перчу, там еще к ним специи накидаю и парю. Ну, как он, мясо получается вкусное. Да. Многовато получается, это считай мясо, плов еще. Мягкое мясо. Я потому что вчера парила его долго. Ну как, спарила, и он у меня так и стоял, печка уже, ну, остыла. Так бы, ну не совсем. Больше часа парилась. Так до него и не добрались, потому что наелись уже. Кофе попили. Кстати, мы такие штучки еще купили. Ну, потом, может, попозже чай с ним попьем. Там два этих.
Как кексы, да? У нас вот кексы такие. А у них как булочка. Написано «Пулла». Ну и вот по картинке я вижу, как по-нашему это кисто такое, как кекс. Вот это. Лучше пишет там как-то. Как бы так, чтобы кашлять охота. Ой, через 5 минут его начинается фильм. Ну так, девочки. Погодка у нас уже холодная. На велосипеде ездить холодно. Но когда наденешь на себя одежду, приходится, знаете, я одеваю футболку, на футболку такую это, ну, безрукавку, такую трикотажную безрукавку, потом кофту, и потом уже сверху вот, ну, вот эту куртку желтую свою. Ну, не желтая, у меня же есть такая, ну, желтоватая. О, Господи, я это... Видите, как много приходится надевать на себя. И еще на ноги тоже. Едешь весь такой. На голову уже шапку приходится надевать. Ну, только потепляем. Потому что, как я надевала такие тонкие, матерчатые, там, это... Ну, холодно. Ой, девочки. Мальчик, остальное на гуще хоть один. Наелась от души. Мы сегодня кофе пили, такие взяли, ну, типа жареные мунки. Такие сладкие. Ну, как можно сказать, знаете, как пышки. Пышки сделаем же мы. Пышки сладкие только. Ну, у них такие вот есть булочки. Булочки или как они называются? Короче, мунки. Мы их взяли от кофе. А они такие сытные. Что-то так наелись. Думаю, нет, в следующий раз кофе пить надо, что полегче брать. Ну, хорошо, зато весь день вот так. Только к вечеру проголодались. Все. Баклажан еще один съем. Вот баклажан, когда холодный, вкусный. Он так пахнет баклажаном. Покушала я, классно. Будем прощаться. Позастревала.
Всем спасибо, кто смотрел сегодня на меня, как я тут наворачивала. Может, кто-то кушал со мной, кто-то кушает. Всем, кто кушал и кушает, приятного аппетита. Всем желаю здоровья, удачи и до скорых встреч. Пока! Попробуй.